До нашої гості завітала генеральний директор благодійного фонду «Від серця до серця» Анастасія Крилова. Доброго ранку вам. Пані Анастасія, з 12 по 18 лютого у Миколаєві відбувалась акція «Тиждень добра 2018». Давайте нагадаємо нашим глядачам у двох словах саме про цю акцію для тих, хто не дивився попередні ефіри. Благотворительна акція «Неділя добра» була приурочена к Міжнародному дню онкобольного ребенка. Каждый год мы проводим какое-то мероприятие. В этом году возникла идея провести неделю добра, привлечь предпринимателей города, чтобы в течение недели они часть своих доходов, удобную для них, выделили на покупку лекарств для деток из онкогематологии детской областной больницы Николаевской. Вот. И граждане города тоже могли быть участниками этой акции, когда покупали какие-то товары или услуги в сети «Неделя добра 2018». А ось ще багато людей відгукнулося із допомогою. Да, очень много людей отозвалось, очень, ну, много отзывов из предпринимателей. Это больше 20 человек. Вот. Ну и просто неравнодушные люди, которые кто выступить предлагал, кто там какое-то оборудование, может быть, надо, то есть какие-то помещения предоставляли, ну, много народу. Ми знаємо, що чимало коштів було зібрано, і дійсно велика сума коштів. Хотілося б дізнатися, скільки на даний момент вже основно зібрано. На данный момент заявлено практически 41 тысяча гривен. Ну, я хочу сказать, что это где-то недели две бесперебойно, как бы, работает отделение в плане антибиотиков, растворов. Ось саме про це хотілося б детальніше. Ми знаємо, що робота вашого благодійного фонду і, зокрема, акції «Тиждень добра» є абсолютно прозорою. І миколаївці, які долучалися або які просто слідкують за цією акцією, мають можливість дізнатися, куди були направлені кошти. І ви хочете, щоб глядачі знали, що робота вашого фонду є прозорою. Да, конечно. Очень часто сейчас возникает вопрос по поводу некоторой нечистоплотности, благотворительности. Вот. Я призываю всех проверять, куда идут деньги. Пусть это 5 гривен, но вы точно имеете право знать, куда они пошли, на что потрачены. Работа нашего фонда максимально прозрачная, то есть мы отчитываемся перед каждым своим жертвователем, перед благотворителями, которые принимают участие в акциях. Вот. У нас всегда в открытом доступе документы передачи медикаментов, то ли на конкретного ребенка целевая направленность, то ли это на отделение, на все. Поэтому... Тобто люди можуть точно бачити, куда їхні кошти йдуть. Если, что касается акций, то есть сколько собрано, ровно столько же направлено на те нужды, которые были заявлены. Уже навіть витрачено на лікарські засоби. Закупка была произведена еще пока подводились итоги. Спасибо огромное аптеке, которая нам помогает и дает в долг медикаменты. То есть у нас есть время собрать эти деньги, как бы, а лекарства уже в отделении. Поэтому мы, конечно, уже поставочку сделали. Саме про лікарські засоби. Можливо, в двох словах, які лікарські засоби були зібрані і для чого вони необхідні, для якого відділення? Сейчас наша первоначальная задача – это антибиотики и растворы для отделения онкогематологии детской областной больницы. Препараты химиотерапии есть. Наша задача – как бы закрыть те пробелы, которые возникли. Вот. Наличие антибиотиков в отделении, ну, крайне необходимо в достаточном количестве, так как во время проведения химиотерапии деткам, естественно, их атакуют, падает иммунитет, атакуют инфекции. Вот. И нужно вовремя среагировать врачам для того, чтобы были проведены все протоколы вовремя. Вот. Поэтому должны быть все необходимые препараты под рукой врача. Ну, что мы как бы пытаемся совместно делать. Анастасія, у вашому досвіді це не перша благодійна акція. Взагалі, як миколаївці реагують на благодійність у нашому місті? Наскільки вони відкриті для благодійності? Ну, чаще, звісно, я зустрічаю людей, які відкриті, які готові допомагати, содействувати.
Вот. Бывают, конечно, сомнения, то есть не возникал бы этот вопрос с нечистоплотностью благотворительности, да, в некоторых моментах, и то есть я бы не подняла его, если бы и мне такие вопросы не задавали. Вот. Но я рада, когда их задают, я могу, имею возможность ответить. Вот. Поэтому... У вас зараз реакція. Є можливість звернутися до телеглядачів і з тим, щоб вони брали участь у благодійних акціях, і так, щоб вони були впевнені, що все-таки є благодійні акції, які допомагають людям, які не є якимись махінаціями чи чимось таким. Що дійсно є прозорі схеми у благодійних фондах нашого міста і країни, про те, що дійсно благодійність вона є існує. Прозорою. Ну, конечно же, я призываю всех жителей города Николаева участвовать в благотворительных акциях для того, чтобы быть уверенным в том, что ваши деньги, ваш вклад будет донесен до людей, которые нуждаются. Проверяйте, уточняйте, смотрите документы, проверяйте результаты обязательно, то есть не просто, да, взнос сделал и забыл, проверьте. И, конечно же, призываю предпринимателей города Николаева, не оставляйте нас тоже без своей помощи, потому что все-таки стабильность поступлений – это гарантия нашей бесперебойной работы и какого-то возможного перспективного планирования. Вот. Ми дякуємо нашій ранковій гості. І наостанок, одна хвилиночка залишається, хочемо дізнатися, чи плануються ще такі схожі акції, як «Тиждень добра», щоб наші миколаївці знали, що у них є ще можливість приєднатися, чи, можливо, на базі саме тієї акції, яка проходила, вони ще можуть надавати якусь допомогу для дітлахів? Мої телефони є в сіті Facebook. Меня всегда можно набрать, спросить, какая есть сейчас нужда, то есть чем можете помочь, начиная от финансовой помощи, заканчивая донорами крови, как бы для отделения. Вот. Акции планируем ближайшую, я думаю, это где-то 1 июня, День защиты детей. Что это будет, пока? Залишайтесь невеличким секретом. Ми ж дякуємо вам, закликаємо миколаївців дійсно не залишатися байдужими, підтримувати благодійні фонди у нашому місті.